На портал «Экзегет» поступил вопрос, можно ли просить Бога о смерти? Ну, хочется сказать, что бывают исключительные случаи, когда человек уже много поживший, созревший, как некий колос, понимая, что жизнь его заканчивается, и осталось ему немного, он болен, скажем, смертельной болезнью. Наверное, когда человек в высокодуховной жизни, он может просить, чтобы Господь, ну, как-то дал ему жизнь вечную, и чтобы жизнь земная, может быть, быстрее закончилась для него. Но это случаи исключительные, и о них трудно судить, потому что для этого надо быть самими нам очень духовными, и тогда уже дерзать, рассуждать на эту тему. А мы лучше порассуждаем на тему нашу, обычную, привычную. Ведь бывают такие случаи отчаяния, когда человек устает страдать, когда человек думает, что смерть прекратит всякие его мучения, и в таком ослеплении может просить, чтобы Господь быстрее прервал его жизнь. Конечно, это является грехом. Это и есть, собственно, проявление отчаяния. Потому что, как сказано в Библии, Господь говорит сам, что Он не есть Бог мертвых, а Бог живых. Значит, чтобы избавиться от отчаяния и желания умереть, надо помнить, что мы обращаемся к Богу живых, к Богу жизни. Значит, и, соответственно, просить у него нужно не прекращение того, что нас мучает, а укрепление в терпении. Потому что всякое терпение порождает смирение. А всякое смирение нас к Богу приближает и соединяет нас с Ним. И всегда, когда человек терпит ради Христа, вот одна смиренная мысль даже, одна смиренная мысль может значительно облегчить состояние человека. И сразу же уходит чувство безысходности, тупика, как ему кажется, в начале еще, до смиренной мысли, сразу же становится яснее на сердце, понятнее. Вот одна смиренная мысль, знаете, как лучик света в темном царстве, разгоняет всякую тьму отчаяния. Поэтому надо, когда нам трудно, больно, сложно, непонятно, путано, когда думаете, что только смерть нам поможет, поставить себе такой правильный диагноз, когда что мы на грани отчаяния, это уже крайняя степень, нельзя так, надо остановиться. И вспомнить при этом, что Бог не из мертвых, а Бог живых. И помолиться живому Богу, веря, что Господь даст нам силу жизни, силу преодолеть всякие искушения. И обязательно будет так.